Доброе утро, березы. Доброе утро, ивы. Только вот такие растения у нас растут в Якутске. 2 декабря. 2 декабря. У нас вот такой город, Дима. Как будто специально все покрасили белой краской. Видите, как интересно, да? Даже мне самой интересно. Хотя я здесь живу много-много десятков лет. И не перестаю я удивляться, восхищаться, любоваться. И зимой, и весной, и летом, и осенью. Нашей необъятной Якутии. Город у нас красивый, небольшой, очень ухоженный, в центре, конечно. У нас постоянно что-то строится, Дома у нас современные, умные дома, с автоматизацией все. В этом году отремонтировали полностью проспект, основной проспект Ленина. Это у нас хореографическое училище имени Натальи Посельской. Ее праправнучка учится у меня, Наташа Посельская. Очень хорошая девочка. Такая милая. Так хорошо говорит. Всегда готова к уроку. К урокам всегда готова. А вот музей зарубежной культуры имени Михаила Федоровича. Имени Михаила Федоровича Габышева. Около нашей школы. Знаменателен тем, что все экспонаты, около 300 картин, были из коллекции этого Габышева, профессора Михаила Федоровича. У нас очень чисто, как будто специально убрались с утра. Потому что народ у нас не мусорит. Видите, нигде у нас нет даже мусорных баков. Зимой особого мусора нет, так как люди на ходу ничего не едят, не покупают. Вот летом можно. Не выпивают, не пьют там из банок энергетики. Обычно молодежь летом что делает? Энергетик пьет, кока-колу и там же оставляет, где выпил. Вот так по утрам я маленько прохаживаюсь перед тем, как зайти в школу. Обязательно делаю очень маленькую мини-прогулку. Всего доброго вам! Всего-всего доброго! От всей души желаю вам сегодня везения, радости, чтобы вы умели видеть только хорошее, а плохое само найдет. Ту-ту-ту-ту, чтобы никого сегодня не случалось такого, от того, от чего бы настроение упало. Ну ничего, все, все вы так махаете, ничего, ничего. Всего-всего хорошего.